Ребята, всем привет! Сегодня у нас тренировка рук. Санта-Клаус тренирует большие банки. Но сначала хочу поздравить всех с Рождеством. Веселых вам праздников, счастья, здоровья и анаболизма. Сегодня наша тренировка будет в стиле «Сам себе режиссер». Будем полностью снимать все сами, потому что мой оператор пошел в запой. У него завтра день рождения. Так что поехали! Ну что, только что мы сделали жим 152 килограмма узким хватом. Вышло 5 повторений. Конечно, немного локти выходили в сторону, но большой вес по-другому никак. Сейчас еще возьмем соточку 102 килограмма. Мы разогнулись перед этим очень хорошо, шлифанем на максимальное количество повторений и перейдем к бицухе. Ребята, только что мы сделали подъем на бицепс, штанги. Перед этим хорошо разогрели руки. Не забывайте разогреваться, потому что очень легко травмироваться. Сейчас мы сделаем суперсет в блоке. Подъем на бицепс кривой ручкой и разгибание на трицепс. Сделаем 2 суперсета. Этот и еще один. То есть всего получится 6 упражнений. Первый базовый на трицепс, потом базовый на бицепс, суперсет изолирующий. Ну и второй, наверное, тоже у нас будет изолирующий. Поехали! Ну что, ребята, подошло у нас время к крайнему суперсету, но суперсет у нас не получится, потому что... А почему? Потому что у нас тренажеры разбросаны по разных локациях, то есть эта машина, что я хочу сделать здесь, и французский жим, тренажеры хрен знает где, метров 100 отсюда. Так что раньше вы такую машину не видели, видели тоже. Это получается, сейчас вы видите на своем видео, это как Hammer Machine, как молот. Мы сделаем отдельно здесь, сделаем отдельно там. Вы спросите,
Я же говорил, что это будет действительно сам себе режиссер, но наполовину это не так. Потому что я вижу как-то кого-то хотя бы чуть-чуть толково, кто знает, как пользоваться камерой. Я его беру за шиворот и говорю, иди, дорогой, сюда. И он не имеет куда деваться, и он снимает мне видео. Так что сейчас кого-то поднапряжем. Вот, допустим, даже этого чувака. Let's go, motherfuckers. Ну что, подошло время крайнего упражнения на трицепс. Машина у нас прямо здесь. Оператора здесь не нужно точно, потому что у меня есть треножка и здесь высокая стоечка. Так что мы просто наклоним его сюда и будем работать. Все, сегодня я делал по 4 подхода. Сначала мы сделали жим, мы хорошо разогрелись, 60, 80, 100 килограмм, 120, 140, и потом мы сделали 152, хороший рабочий подход, перед этим все тоже было рабочим подходами, потом мы поставили соточку, шлифанули на 15 повторений, перешли на бицепс, тоже хорошо разогрели, потому что это базовые первые упражнения, и если хорошо разогреть, и тренировочка пойдет потом лучше. Так что поехали к крайнему упражнению. Куда, блядь, перекачал, сука? Ребятка, у нас конец. Что я могу сказать? Сегодня плохо кушал, не очень чувствовал прилив силы, но все-таки потренировались мы очень даже неплохо. Не люблю качать руки, честно, мне лучше поделать спину или ноги, или что-то другое. Многие, кто наоборот, только любит делать руки, но это как-то не мое, не чувствую особого кайфа от этого, поэтому делаю их. Действительно, редко бывает такое, что даже раз в две недели. Еще раз, всем счастливого Рождества, всем благ и за мир во всем мире. До новых встреч. С вами Beard of Sex.